Работа ведущего новостей не самая простая, но тем более для тех, кто работает в прямом эфире. Новички в этом деле часто совершают различные ляпы, но даже у самых матерых представителей журналистики не всегда все гладко. Всем привет, вы на канале Мильтоп, и сегодня вы увидите 5 случаев, когда ведущий не сдержался. Поехали! Ведущему канала Москва 24 очень нравится читать криминальные новости. Пятница стала удачным днем для московских полицейских. Еще им удалось задержать двух грабителей, которые могли бы поставить мировой рекорд по скорости воровства. Молодые люди монтировкой взломали двери в магазине косметики и вынесли оттуда платежный терминал. На это им понадобилось всего 24 секунды. Терминал погрузили в машину, вскрыли и выбросили по дороге. Окрыленные успехом бандиты также проникли в аптеку и пытались вынести банкомат. Но мимо проезжал дежурный патруль. Полицейские тоже работали быстро, чтобы скрутить похитителей, понадобилось секунд 10. Эту ведущую вы точно видели, но я не мог не включить ее в эту подборку. Полиция Канады обнаружила плантацию. А так серьезно начинала. Полиция Канады обнаружила плантацию марихуаны, охраняемую 13 женщин. Полиция Канады обнаружила плантацию марихуаны, охраняемую 13 черными медведями, сообщает The Canadian Press. Помимо... Прикольная информация. А пропустить нельзя? Ведущие этой программы имеют, но очень заразительный смех. Даже посмотрев весь ролик, непонятно, что же его так рассмешило. Эти новости прилетели к нам с белорусского радио, где ведущего рассмешила информация о перевернутом грузовике. Интересно, вот если бы вы оказались на месте ведущего, рассмешила бы вас эта информация или нет? Немецкий тракторист окатил дорогой кабриолет навозом. Автомобиль Renault был припаркован на обочине дороги в пригороде Мюнхена. Неожиданно прицеп проезжающего трактора вильнул в направлении легкового автомобиля, и его содержимое хлынуло в салон машины. В результате салон легкового авто оказался заполнен жидким навозом 50... Пятидесятидвухлетний мужчина и его 14-летняя дочь, сидевшие в кабриолете, оказались облитым с ног до головы. По данным полиции, автомобиль, по всей видимости, восстановлению не подлежит. Курс валют Нацбанка Беларуси на сегодня: евро 2 рубля ровно, доллар США рубль 88, 100 российских рублей 3 рубля 30 копейки. И в завершении выпуска настоящий Шагал, Сутин, Баксты и все шедевры белорусского искусства из корпоративной коллекции Мелкосбанка. Теперь на постоянно действующей экспозиции во Дворце искусства Минск, улица Козлова, 3. Современное, яркое, дерзкое пространство. Ведущего программы «Драйв» рассмешило совпадение фамилии победителя викторины. Первыми правильно ответили на наш вопрос.
Александр Мальков из города Советска Кировской области. Москвич Олег Дудка и Дудка, блядь, и Трубник. Не, смотри, Дудка, блядь, и Трубник. Ставьте лайк, если бы хотели, чтобы все новости были такие веселые. На сегодня это все. Не забывайте подписываться на канал. Всем пока!